Вот залить его поет, сидеть, есть, выспать, на полу вода. Тут все вода. Отсюда вот льет на койку вода. Квартиру Нины Синицыной начало заливать, когда шел капитальный ремонт крыши. Женщина рассказала, что на раскрытую крышу дома неправильно положили пленку, и она попросту не достает до стен. Теперь любой дождь – это затопление квартиры. Нина Синицына защищается как может. И пленку на пол постелит, и розетки заизолируют. И из-за затянувшегося капитального ремонта крыши пострадала не только она. Да я вам могу сказать, что у нас закрытое текло, а когда нас раскрыли, потрясающе, вся проводка, лужи, тонем, вот все четыре комнаты, кухня, прихожая. Натяжные потолки более-менее спасают, но с них вот мы по 40 литров воды сливаем с каждой комнаты. Жители дома 34 по улице Первомайский проспект рассказали, что капитальный ремонт крыши начался еще в марте, однако постоянно прерывался. Один подрядчик сменял другого, а крыша так и оставалась незаконченной. Обращались в региональный фонд капитального ремонта. Ответ один. Что, говорит, придем, сделаем, нет железа, нет покрытия, чтобы закрыть крышу. Раскрыли, железа нету. От сентября на крыше многоквартирного дома вновь кипит работа. Новый мастер название своей подрядной организации не знает, однако уверяет, что с крышей закончат уже к концу месяца. Просто нужно за прежними мастерами переделать. Это не знаю, кто ты сделал неправильно. Я уже открыл, начали 4 дня назад. Я уже начал изделие вот снимать, все новое положить. В региональном фонде капитального ремонта подтвердили информацию о том, что работа завершатся в сентябре. Ответили и про залитие. Начался ремонт на этом доме в начале июня. Подрядная организация РСУ номер 1. И в настоящее время ведутся работы. К нам поступило несколько жалоб по залитиям одной из квартир этого дома. И сейчас подрядная организация совместно с собственником ущерб в соответствии с договором пытается урегулировать. Виктория Сорокина пояснила, что работы так часто прерывались из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Теперь жителям остается надеяться, что затянувшийся ремонт успеют закончить в срок. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».